Добрый день, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня выпуск хотим посвятить нашим клиентам, которые приехали из Сибири, из Томска. В общем, вкратце могут рассказать они о себе сами. Откуда вы? Расскажите, пожалуйста. Мы сами приехали из Томска, с самого областного центра. Узнали в основном про Гастагаевку случайно в интернете. Значит, созвонились, приехали, нам показали строительство домов. Вот. Нам понравилась эта компания. Мы решили построить дом. Дом решили построить, выбрали землю вначале. Потом, значит, выбрали проект дома 125 квадратов. И, значит, мы решили заключить договор строительства. Ну, были какие-то деньги, внесли сразу же, первоначальный взнос. И потом приехали уже, выслали как деньги на землю, землю купили. И, значит, и часть денег еще на строительство. Также дистанционное, как понимаю, Да. Потом в течение, через некоторое время снова выслали деньги летом. И вот продолжаем сейчас. Хорошо. В основном здесь нам понравилось из-за того, что близко, недалеко море, можно проехать на своей машине, на автобусе, природа хорошая, тепло. В основном мы сюда переехали по здоровью, потому что у нас давление у мужа низкое, у меня, например, выше. А тут, как говорится, зона нормального давления. Вот. И здесь, во-первых, природа очень красивая. Все тепло, во-первых. Что еще? Чистота. Вот это поразило. То, что чисто кругом. И в Гастагаевке, и в Анапе. И просто удивительное вообще. Да. Сколько лет прожили в Томске? В Томске мы прожили с самого рождения. Сколько? С рождения. 69 лет. Да. На кого оставить то гнездо, где родились, жили, мерзли? Или все-таки тепло манит? Конечно, тепло манит. Дело в том, что мы, у нас там дети остались сейчас, остаются. И хотим сюда их. По здоровью в основном. Нас все заставило это здоровье сюда перебраться. А вы сюда отдыхать приезжали или просто прям приехали, выбрали и купили? Или были уже в Анапе, в Анапском районе, может быть, когда-то? Мы не были здесь, но сейчас, в данное время, мы по путевке в санаторий «Наша юность» приехали первый раз. Все посмотрели. По интернету я полтора года смотрела все районы Анапского района, выбрала в основном Гастагаевку. Потом по интернету и позвонила сюда. И получилось. Какую серию выбрали? Серию 125. 125 квадратных метров в доме, да? Да. В кирпиче или под фактурой? По фактуре. Под фактуры, да? Ага. Хороший выбор. Дети будут приезжать, я как понимаю, на лето, внуки. Конечно, да. Одни с нами приедут, одни без нас. У нас старшая дочь, она с нами приедет, здесь будет жить. Конечно. А остальные там остаются у нас, потому что они семейные, у нас она как с нами одна, с нами приедет. Не помню, вы дистанционно заключали или вы приезжали, выбирали, смотрели и уезжали? Как вы, по поводу документов это все происходило? Я помню, что вы это все делали дистанционно. Созванивались, смотрели, оставляли доверенность или как? Да, вначале мы посмотрели, потом дистанционно оставили доверенность, купили землю. И дальше продолжаем, сейчас тоже стройку дистанционно будем так же. Многие просто, как говорится, клиенты, может быть, зрители наши, маленько
переживают и боятся все-таки все равно дистанционно что-то делать и заключать, как говорится, время такое тяжелое, что могут где-то и обмануть, и много всяких, как говорится, шарлатанов. А как вы на это смотрели? Было переживание или как у вас? Вы знаете, вот в основном, ну, почти у нас не было переживаний. Серьезная компания, да. Серьезной компании можно. Потому что если, например, люди ответственные, серьезные, хорошо относятся, все тебе расскажут, покажут, все тебе вот напишут, все тебе, все, ну, все окончательно вот сделают. Почему? Ну, сейчас вот, мне кажется, ну, можно, людям-то надо верить, я думаю, так. В каких сроках вам будем сдавать домик? Ну, по договору у нас до 1 сентября 2019 года. Дорогие друзья, давайте будем следить до 1 сентября 2019 года, как будем строить и возводить для прекрасных томичей до 125 квадратных метров. За видео мы вас благодарим, что оставили свой отзыв клиентам и зрителям. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете оставлять и писать нам под видео, мы обязательно ответим. Также можете смотреть следующие наши ссылки, где и новое видео, где мы будем рассказывать о нашей компании, о жизни и о стройке наших домов. В станице Гастагаевской, в КП Морском. Пожелайте, может быть, что-то еще зрителям. Я хочу людям пожелать, чтобы действительно побольше приезжало сюда, в станицу Гастагаевская. Очень интересная, красивая станица, большая очень, красивая, добрая. И считай, что тепло здесь, ну, ответственные, хорошие люди. Можете звонить нам даже, мы вам тоже можем подсказать, рассказать, объяснить все вот это вот. Поэтому смотрите в описании, звоните, если у вас будут какие-то вопросы, можете напрямую к ним звонить. Ну а к нам обращайтесь, мы вас встретим в аэропорту, разместим в наших гостиницах, покажем все, что у нас есть на сегодняшний момент. Всем до новых встреч, пока. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа».